Здравствуйте, уважаемые друзья! Большое спасибо всем, кто принял участие в акции протеста Штаба защиты русских школ 16 ноября. Поздравляю вас! Вы все стали участниками нашего движения. Наша акция оказалась самой многочисленной из всех, которые проходили в Латвии за последние годы. Мы смогли многое. Объединились, сплотились и теперь в условиях единства будем отстаивать право наших детей, наших школьников обучаться на родном языке. В конце нашего митинга началось общественное обсуждение одной очень важной идеи – восстановление права на русскую школьную автономию. Мы начали говорить о том, что школьная автономия – это ценности первой парламентской Латвии. Один из первых законов, принятых Народным советом Латвии в декабре 1919 года, касался школьной автономии, права национальных меньшинств Латвии делать все для того, чтобы образование было на разных языках. Примечательно и то, что многие из тех, кто клянется в верности идеалам Латвии и празднует 18 ноября, на самом деле забывает о том, что Первая Республика была многонациональной, и образование в Латвии могло происходить на разных языках. На русском, на белорусском, на польском, на идиш, на латышском. Это важная ценность. Каждый школьник, каждый ученик имеет возможность обучаться на родном языке, на языке семьи, на языке матери. Мы требуем, чтобы ценности первой парламентской Латвии, демократические свободы, были восстановлены и во второй независимой Латвии. Несколько дней назад прозвучала информация о том, что Латвия приняла участие в обсуждении резолюции по поводу нарушения прав человека в Крыму. В частности, это касается населения, относящегося к крымско-татарскому народу. Что такое? В чем дело? Нам всем известно, что с 2014 года все жители Крыма, украинцы, крымские татары и русские, имеют возможность пользоваться своими языками в процессе школьного обучения. С 2014 года, с момента исторического воссоединения Крыма и России, крымско-татарский язык наряду с русским и украинским обрел статус государственного. Мы помним, что в феврале 2012 года, даже после народной инициативы, после референдума, латвийское правительство не пошло навстречу тем людям, для которых русский язык является родным. Русский язык до сих пор носит в Латвии статус иностранного. Это несправедливо. Тогда чему Латвия учит Крым? Чья бы корова мычала, уж латвийская бы уж точно молчала. Более того, известно, что крымские татары имеют возможность посещать школы и проходить обучение на родном крымско-татарском языке. В 2017 году латвийское правительство намерено задушить образование на русском языке и в то же самое время учит жителей Крыма и учит российское правительство соблюдать права человека. Мне это кажется, мягко говоря, странным и парадоксальным. Надеюсь, что вам тоже. Надеюсь, что участие Штаба защиты русских школ в деле отстаивания права обучаться на родном языке в Латвии будет продолжено. Пока мы едины, мы непобедимы. Реформа не пройдет. Большое спасибо за внимание. До скорых встреч!